Короче, ребята. Подожди, дай я расскажу. Вот, дай я расскажу. Вот, мы начали. Это полная жесть. Вот, мы начала в тот подъезд покажу. Вот, а там мы услышали шорох. И мы шорох, типа. Да, шорох. Вот, вот этот подъезд. Вот, и короче. Вот этот подъезд. Короче, вот. Ой, у меня телефон упал. Простите, полицейские. Так, сам-то полиция. Так, в общем, идите за мной. Ты хочешь опять этот топ услышать? Давай. Мам, ничего, тебя. Короче, ребята, это жесть. Там, значит, там эти дураки ходят туда. Какие? Там, вот эти. А, ну это да-да. А ты не ходил вот тут? Вот в этот, блин, как подземелье. Да, подземелье. Оттуда пахнет. Там, видите, сигаретами. Сигаретами пахнет. Значит, оттуда или это мусор. Потому что свечи туда. Иди сам. Мы вообще-то на том. Да. Если вы хотите, я не хочу рискнуть. Там вообще-то пожарные ходили, когда здесь был пожар. Это... Вот здесь был пожар? Нет, ну не в нашем доме, а вот здесь. Я поняла. Жесть. Там ничего не было. Балбесы. Угу. Блин, у меня чешется. Волосы, блин, зажижались, а. Я какой-то звук услышал. Так, ой, а что так вкусно пахнет? Сигаретами и малиной. Как компотом пахнет, слушай. Я попрошу маму посмотреть мне компот сегодня. Уже... Блин, он не будет стоять. Идем. Он будет стоять. Вы куда, дебилы, пошли? Белизмы. Багаж? Да, там магазин. Ну ладно. А помнишь, мы еще пашу хотели? Как бы на вас тетка, блин, посмотрела? Вы дураки, что ли? А че она смотрит на нас? А че вы в магазин лезете? Это был такой звук. Фу, блин. Это такой звук там был. О, ну тогда. Блин, что не выходит? На пол. Давай лучше валить, здесь скучно. Да, он хвалим. Не выходит вообще, ну да. На него этаж идти, значит. О, я к нему на этаж не пойду. Хотя бы на четвертый, чтобы он слышал. А потом быстро валим, и он такой, где кто? Мы будем его звать. И такие. Ай. Покажи, как я буду драться. А покажи, как я буду драться. Окей. Покажи тоже, я сейчас тоже покажу одну. Вот, я вот так вот побегу, смотрите. Подожди. Секунду. Давай, снимай туда. О, я не сняла. Ладно, подержи. Что? Ой, блин. Ой. Да не телефон. А, да. О, подержи. Самой девушкой. Положи на пол. О, сейчас я покажу. Ты слишком для... А покажи, как я буду. Я уже покажу. Нет, покажи, как я буду. Да. Ай,
видела. Все, идем. Блин, у меня ноготь съест. Думала, это заразно. Давай. Скучно. Может, завтра? Давай. Диза, завтра выходи. Ты мне позвони. Не, давай ты. Если что, ты мне... 29. Если что, ты мне звони. И не отвечай. Это я пойму, что это ты. Угу. Все, пошли.